Именинники рыхтуются. У другі день вересня ведучая радио Могилёв зменять звыклую студию на сценичную пляцовку. Со спортом радио ведучая на «ты». Напередодні спортивного свята физкульт-хвилинки у редакции стали ладить больше часто. Мы между тем, как выходить в эфир, мы поднимаем гантели, подтягиваемся на турниках, делаем по 3 минуты планку. Ну, еще всякие разные спортивные мероприятия, дабы быть тоже готовыми. На свой день нараджения коллектив «Радио Могилёв» обяцае шмат подарунков и акций, некоторые, до речи, уже распачаліся. Слушатели, которые зайдут к нам на сайт или же в нашу группу ВКонтакте, могут принять участие в конкурсах, которые мы предлагаем, и выиграть либо полезные бытовые приборы, либо это будут денежные подарки. Плюс мы гарантируем подарки тем, кто докажет, что он быстрее, выше и сильнее, непосредственно придя на праздник. Великий день физической культуры ладится у Могилёве третьим разом и стал довольно популярным сярод могилёвчан. Все лето на свято чакают каля 1000 гостей. Традиционно детячие спортивные школы расскажут про свои секции. Так что батьки смогут выбрать для детей занятки по интересах и на месте попробовать выучить, например, пару приемов карате. В отличие от предыдущих двух раз, когда мы приглашали уже состоявшихся чемпионов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. На этот раз мы представим публике лучших спортсменов в молодежном спорте, но которые при этом уже добивались значительных успехов, становились призерами, чемпионами Европы, мира. Про новинки индустрии здорового ладу жизни расскажут фитнес-клубы города. Яны продемонстрируют свои программы на сцене, а так само на воркаут-плясовках. Наша фитнес-студия работает сертифицированные фитнес-инструктора, и у нас огромное количество направлений. Мы сами учимся и хотели бы научить жителей города Могилёва этому. Поэтому для нас так важно участие в таком замечательном проекте. Нагадаем, Великий день физической культуры отбудется 2 вересня. Чекаем усіх о 14 године на Набережной Дубровинке. Илья Соболев, Алена Соловьева, Миколай Соболев. Новини региона.